Это по замаху по клюе, и мы снова на рыбалке. Всем привет! Сейчас мы попробуем связать какой-то простейший поводок, который мы используем на данном водоеме. Разрешены только безбородые крючки. У нас это Backing Point от Ridge Monkey, 4 размер. Вот такие вот крючки. Сегодня используем мы эти крючки. Что нам понадобится? Немножко термоусадки, поводковый материал 35 либровый, ножницы. Начнем. Снимаем оплетку сантиметров 10-15. Оплеточки сняли. Берем крючок. Повторюсь, на данном водоеме, где мы сейчас рыбачим, крючки без бороды разрешены. Такие, неважно какой фирмы. Эту бороду вы можете отпилить в обычном крючке, но ее быть не должно. Так, вяжем петельку. Большую. Петелька эта предназначена для стопорка. Немножко смочим. Вот она, петелька. Проверим ее. Все, затянули. Далее выставляем по длину волоса. Сейчас мы подберем, возьмем попапчик, любой, половинку, ну и тонущий бойл попапчик, неважно какой вообще. Мы рекламы здесь не делаем. Также половиним тонущий бойл. Вот что у нас получается. Естественно, плавающий должен быть сверху. Берем иглу. Насаживаем на волос. Фиксируем стопорочком. За ту петельку, которую мы уже связали ранее. Вот что у нас должно получиться. Примерно так. Затем подбираем длину волоса под конкретный водоем или как вам удобнее. Примерно это должно быть 3-5 сантиметров от бойла до крючка, чтобы жало ходило свободно. Все мы фиксируем, оно не цеплялось, когда вот так вот делаете. Делаем 5-7 оборотов вокруг крючка и в обратную сторону. Обрезаем. В данном случае делаем поводок не сильно длинный, в районе 15 сантиметров он у нас получится. Сейчас я делаю на глаз. Но вы можете отмерять. Есть различные коробочки, у которых есть сантиметр. Не обязательно с линейкой. Вот что получается. На втором конце вяжем тоже петельку. Непосредственно будем прицеплять
нашему литкору и грузу. То же самое можно смочить. Рекомендую. Лучше узлы затягиваются. Все, затянули. Отлично. Берем противозакручиватель. Ставим. Тоже no name. Просто в такой упаковочке удобной от Фокса. А так, это простые противозакручиватели. В данном случае я заказывал с AliExpress. Снимаем наши бойлы. Еще мы поставим термоусадки. Кто-то может это делать, кто-то не обязательно. Я обычно делаю, чтобы лучше была засечка. Чуть-чуть сейчас мы отрежаем. Немного. Отрезали. Даем на крючок. Надеваем. Берем иглу для литкора. Надеваем это иголкой через резиночку. Ну вот, что у нас получилось. Это можно, кому мешает лишнее, обрезать. У нас получается такой поводок на данном водоеме, который мы используем. Проверяем засечку. То есть без бойла на данный момент. Оп, крючок хорошо разворачивается, цепляется. Либо по ладони можно провести то же самое. Как бы. Крючок в конце хорошо разворачивается, цепляется. Цепкие крючки хорошие. Для кого данное видео показалось полезным, ставим лайк, подписываемся на канал, зовем друзей, и будут новые интересные. Это программа «Хобоклюе».